Всем привет! Меня зовут Марина, вы на канале Книжный Дегустатор, и сегодня я решила поделиться с вами топовыми книгами, лучшими из лучших, а именно 10 лучшими книгами 2023 года. В этом году я решила не делать вот такие вот книжные итоги с самой лучшей книгой, самой худшей книгой, самой толстой книгой. Мне захотелось просто проанализировать все 65 книг, которые я прочитала за год, и выбрать 10 самых лучших книг и поделиться ими с вами. А вдруг именно здесь, именно в этом видео вы найдете ту самую книгу, в которую сможете влюбиться. Ну что ж. Поехали! Книга, которая смогла задеть все фибры моей души, которая, пожалуй, никого не может оставить равнодушным, это уже классическая «Цветы для Элджернона». Я уверена, что у меня здесь много поклонников этой книги, потому что часто встречаю комментарии о ней. Главный герой Чарли Гордон умственно отсталый. Чарли предложили принять участие в эксперименте по увеличению интеллекта. Ему сделали операцию, и он резко поумнел. Сначала он научился писать, читать, а потом к нему пришло понимание, что все его друзья на самом деле не друзья. Оказывается, всю его жизнь вот эти вот типа друзья над ним издевались, а он думал, ой, ну раз они смеются, значит я хороший друг. А оказалось, что это не так. И вот такие моменты, когда Чарли с увеличением интеллекта начинал осознавать многие вещи совершенно по-другому, просто разбивали мне сердце раз за разом, раз за разом. Книга, которая будто обнимает вас, она такая теплая, уютная, родная, и это «Молчание цвета» Нарине Абгарян. Для меня вообще книги Нарине Абгарян, это вот, знаете, когда ты начинаешь их читать, такое ощущение, будто ты возвращаешься домой после долгой командировки. Книга разделена на три не связанные между собой части. В первой части нам рассказывается о семье, где есть ребенок с аутизмом, и о том, как же любовь помогает им преодолевать все препятствия и переживать все горести. Во второй части, вот я что-то не очень хорошо помню вторую часть, честно говоря, но я помню, что там было про жизнь соседей, и это вот такая вот часть, вот прямо в стиле других книг Нарине Абгарян, когда вот есть просто рассказы об обычной жизни людей. Третья часть была автобиографическая. Здесь автор рассказывала о своих путешествиях и о том, какие юморные или даже трогательные истории с ней происходили вот в этих путешествиях. Очень хорошая книга. Всегда всем рекомендую читать книги Нарине Абгарян. Следующая книга примечательна тем, что я сразу после прочтения оценила ее на 4 из 5. Но при этом она попала вот в этот топ, вот эту подборку лучших книг 2023 года, в отличие от некоторых книг, которые я оценивала на 5 из 5. Почему? Потому что это именно та книга, после которой ты еще чувствуешь книжное послевкусие в течение долгого времени. То есть вот я ее прочитала, а мои мысли иногда к ней возвращаются, иногда всплывают какие-то моменты из этой книги в голове, и я о них сижу и размышляю. Это книга «Кожа» Евгения Некрасовой. И это книга о рабстве. Здесь у нас две главные героини. Русская крепостная. Забыла, блин, да, как ее зовут? Это книга о рабстве. Здесь у нас две главные героини, русская крепостная Донна и темнокожая рабыня Хоуп. И мы проживаем с ними их жизни, полные страданий, лишений, унижения, насилия, как физического, как морального, так и сексуального. И это страшно, это мерзко, но хочется читать дальше и дальше, чтобы наконец-то все пришло к какому-то логическому завершению, либо к завершению жизни этих девушек, либо просто как какому-то счастливому концу. И здесь нужно обязательно отметить, что в книге присутствует магический реализм. Так, например, в один момент героини встречаются и обмениваются кожей, чтобы, ну, как бы посмотреть, а как бы вот им жилось в другой шкуре, да. Необычный слог у автора, но это и хорошо, потому что мне очень нравилось то, что она писала. Книга об адаптации. Об адаптации обычной школьной учительницы как в школе, так и в современном мире в целом, а также об адаптации одного из ее талантливых учеников в классе. Это книга Ольги Аникиной «Назови меня по имени». Да, это история об обычной школьной учительнице, которая все никак не может стать счастливой.
Мать-одиночка, вечная любовница, на которой никогда не женятся, плохая дочь, плохая сестра, своенравная подчиненная и коллега, строгая учительница – это все о ней. И на протяжении всей книги она старается найти тот самый кусочек своего счастья, а также показать своим ученикам, что мир, в общем-то, не совсем такой, как им кажется. Параллельно здесь рассказывается история талантливого мальчика, который долгое время по состоянию здоровья обучался на дому, и вот теперь ему нужно выйти в люди, нужно влиться в коллектив, а это очень тяжело, когда долгое время тебя не ограничивали никакие рамки, а теперь вот тебе нужно в них как-то вписаться. В общем, книга о непростой, но реальной и понятной для нас жизни. Я уже как-то говорила, что меня привлекают для чтения сборники рассказов своей быстрой сменой одной темы на другую. Но в последнее время как-то случалось так, что я начинала читать сборник рассказов, и вот там идут хорошие рассказы, а сменяются они прям какими-то плохими, негативными, и настроение мое тоже скакало. И я уже подумала, что, ну, пожалуй, хватит мне читать сборники рассказов, как-то у меня с ними не клеится, но есть сборник рассказов, который мне понравился без всяких «но». И это «Смешинки и грустинки» Натальи Третьяковой. Автор круто пишет. И это самое главное. Читать ее одно удовольствие. Но сюда не стоит приходить серьезными намерениями, потому что это книга для отдыха. Здесь есть как вымышленные рассказы, так и автобиографические. В книге прямо есть целый раздел, где автор с юмором рассказывает о своей жизни и даже делится подробностями, как она скрывала от мужа отношения с любовником. Вот так вот смело. Но здесь есть не только позитивные истории, но и грустные. На это тоже обращайте внимание. Книга о развитии антигероя, антагониста. Я почему-то очень люблю такие истории, когда ты наблюдаешь не за развитием хорошего и доброго героя, а за развитием злодея. И с пониманием причин, почему он стал именно таким. Вот под это описание отлично подходит книга Ланы Клонец, книга «Пепла». Это история о двух девушках, Лилит и Айверии. Причем нам представлена история Лилит, а о жизни Айверии мы узнаем из записи в ее же дневнике. До самого конца ты даже не понимаешь, а зачем нам вообще даны две несвязанные между собой истории, что вообще тут происходит, зачем мы читаем про двух девушек, которые даже жили вообще в разные времена, но развязка объясняет все, и она просто взрывает мозг, потому что я еще, правда, несколько минут потом сидела, после того, как я прочитала, и пыталась вообще все у себя в голове разложить по полочкам. Лилит – прилежная, трудолюбивая девушка, которая всю жизнь шла к своей цели стать хранительницей сказочного мира Эреш и защищать его от злобных существ. Но из-за своей вспыльчивости она попала в такую ситуацию, что ей отказали в этой чести и выбрали другую девушку на ее место. И вот с этого момента мы наблюдаем за противоречиями в душе Лилит. С одной стороны, она очень обижена на людей, которые вот так вот распорядились ее судьбой. Она злится на девушку, которая ее заменила. Но с другой стороны, она добрый человек, который умеет прощать. И если бы не одно судьбоносное знакомство, возможно, все было бы хорошо. Ни над одной книгой я не рыдала так сильно, как над этой. Тысяча поцелуев, которые невозможно забыть. Мне даже посмотрите, сколько стикеров. Это все места для рыдания. Да-да. Это история подростковой любви, но на самом деле главные герои полюбили друг друга, ну, насколько это возможно, еще в детстве. И вот с детства они были просто не разлей вода, но в какой-то момент мальчик вынужден переехать в другую страну, по-моему, это была другая страна, да, а даже не другой город, вынужден переехать со своими родителями из-за работы его отца, ну и получается, что они, ну, как бы разъезжаются с его любимой девушкой. Они договорились поддерживать связь друг с другом, ведь у них такая сильная, чистая первая любовь, но в какой-то момент девушка эту связь обрывает. Спустя годы мальчик со своей семьей вернулись домой, и теперь бывшим возлюбленным необходимо выяснить, связывает ли их что-то до сих пор. Но на самом деле это такие пустяки по сравнению с тем, что
которым еще предстоит пережить. А я не хочу вам рассказывать, что это будет, потому что я сама перед чтением не знала, и для меня это было эффектом полной неожиданности, и, наверное, поэтому книга у меня и вызвала массу эмоций и литры слез. Предупреждаю вас, что здесь любовь прям такая сладкая-сладкая, как многие это называют, розовые сопли, но мне такое нравится читать, потому что я сама в своих отношениях живу в таких вот розовых соплях, поэтому мне было нормально, так что вот здесь вот я вас предупредила, подумайте. Книга, подобную которую я еще никогда не видела, и это девочка, которая любила Тома Гордона, Стивена Кинга, и да, я читала ее в электронной версии в отпуске в Санкт-Петербурге. Вот представьте, вы едете в отпуск в другой город, ну там же вообще не до книг должно быть, но я не могла оторваться. Я прочитала эту книгу за сутки, потому что невозможно сделать паузу, когда ты ее читаешь, так что, пожалуйста, учитывайте это, а то вы прогуляете и работу, и учебу, и все на свете. 9-летняя Триша отправляется на прогулку в лесу со своими мамой и братом. В какой-то момент она сходит с тропы, потом она решает срезать, чтобы обогнать маму и брата. И как-то она вот так вот долго идет, тропы все нет, и она понимает, что она заблудилась. Это история о выживании маленькой девочки в условиях дикого леса. Я очень сильно за нее переживала, я чуть ли ногти себе все не сгрызла от переживания, потому что настолько реалистично все написано, ты реально в это веришь, ты переживаешь, ты боишься за девочку, боишься, как бы ее там никто не укусил, никто не съел, как бы она там сама ничего ядовитого не съела. И ты просто сидишь и ждешь, когда же все закончится хэппи-эндом желательным. Кстати, в этой книге нет мистики. Если вы избегаете Кинга из-за мистики в его книгах, из-за фэнтезийной составляющей, то вот эту книгу можете попробовать почитать, потому что, ну, здесь нет сомнений в реальности происходящего. Хит множества буктюб-каналов, азиатская новелла «Благословение небожителей». Это книга, с которой я всегда отдыхаю, потому что я обожаю юмор этого автора и обожаю характер главного героя Селяня. Селянь очень добрый человек, который постоянно хочет всем помочь. У него такие вот чистые помыслы. Но это не всегда получается так, как должно было бы получиться из-за его патологического невезения. И для нас это делает книгу только забавнее. «Благословение небожителей» описывается такой мир, где люди, которые достигли каких-то высот, совершили какие-то подвиги, могут вознестись на небеса и стать божествами. Селянь возносился уже дважды, и дважды его свергали на землю из-за определенных проступков, назовем это так. И на этот раз он вознесся на небеса в третий раз, и теперь мы наблюдаем за его приключениями. Это фэнтези, здесь происходят битвы с другими божествами, поиски магических предметов, борьба со злыми духами, и все это так атмосферно, все в духе китайских традиций. Важное замечание, здесь есть предпосылки к однополой любви. Прямо никто никому не говорит «я тебя люблю», сексуальных отношений здесь нет, но намеки на однополую любовь прекрасно считываются. Если вас это не смущает, то я вам горячо рекомендую «Благословение небожителей». И последняя вот такая вот розовая плиточка, которую я оставила на десерт, это не «Любовь сероглазого короля» Асти Лавринович. Я пока прочитала у Асти Лавриновича только 3 книги, и пока что вот это для меня самое лучшее. Сюда внимание не обращайте, это вы просто подставки. Робин Хоп у нас сегодня как подставка для других книг, она не в топе, потому что я не читала еще эти книги. Это легкий любовный роман про школьников, где главная героиня это, слава богу, не вот эта вот типичная серая мышка, которая только и делает, что сидит дома, читает книжки и очень-очень хорошо учится, а потом в нее обязательно влюбляться, главный красавчик в школе. Нет, здесь главная героиня – это самая популярная девочка в школе, но она не какая-то там нарциссичная, неприятная, она вполне себе нормальная девчонка. Очень живая история о девочке, живущей обычной жизнью, которую она описывает в своем дневнике, который мы с вами и читаем. Здесь она рассказывает и о проблемах в семье, и о друзьях, и о своих влюбленностях, и о ненавистной новенькой в классе. В общем, если хотите вернуться в свои 17 лет, или вы еще недалеко ушли от такого возраста и просто хотите почитать легкую книгу про любовь, то вам сюда. Удивительно, что у меня совершенно случайно получилось так, что 6 книг из 10 были книгами русскоязычных авторов.
Я не специально, так получилось, но, видимо, я слишком сильно люблю читать отечественную прозу. Буду очень рада, если что-то из моих лучших книг 2023 года вы возьмете себе на прочтение в 2024 году. Обязательно потом делитесь этим в комментариях. А на этом у меня все. Всем пока! Вы заметили, что у меня есть бантик? Это я пытаюсь сегодня выглядеть женственный.